Наука — это важно. Привет, я Лоренс Краус, и весь с нетерпением перед этим эпизодом, ведь в нем я проведу вас от происхождения жизни к дальним границам Вселенной, а потом к фундаментальной структуре материи, чудесному и странному миру квантовой механики, который меняет технологии уже сейчас. Три потрясающих темы. И держитесь, ведь каждая следующая будет сложнее, чем предыдущая. И к концу эпизода голова может пойти кругом. Я очень взволнован, ведь я буду говорить о вещах, о которых еще никогда не рассказывал на видео. Поэтому следите внимательно. Первое, о чем я хочу поговорить, это происхождение жизни. Тема огромного интереса в современной науке, ведь мы до сих пор не знаем, как она возникла, хотя подбираемся все ближе и ближе. На картинке дизайнер изобразил то, что Фриман Дайсон назвал мешком мусора. Он считал, что это первое, что было жизнью. Много споров ходит вокруг того, какой конкретный момент был точкой перехода химии в биологию. Мы знаем, что жизнь построена на белках. РНК, ДНК, и долгое время ходили споры о том, что же было раньше. И большинство ученых уже сошлись в том, что мир РНК случился перед миром ДНК. Но даже РНК — это невероятно сложная молекула. А как попасть из мира органических материалов, которые встречаются в природе, к РНК? Один из первых шагов может быть отделение органических материалов от окружающего мира с помощью того, что называется протоклетка. И Дайсон назвал эту протоклетку просто мешком с кучей мусора. А по сути, он говорил, что то, что нужно, это первое отделение, это первая мембрана. Долгое время ученые думали, что можно создавать естественные мембраны для отделения химии жизни от окружающей воды или воздуха или еще чего-то, потому что вещества под названием жирные кислоты естественным образом формируют сферические мембраны. На это есть причина. Жирные кислоты сделаны из материалов, которые, по сути, выглядят как головастики. Их голова притягивается к воде, а хвост головастика, наоборот, не любит воду. И если несколько таких головастиков поместить рядом с водой, можно увидеть, как их хвостики отворачиваются от воды. А если же их еще больше, и вокруг много воды, то что получается в итоге? Это сферическая мембрана, где с внешней стороны только головы этих головастиков, и они формируются естественно. Поэтому ученые и подумали, что жирные кислоты и есть эти протоклетки, внутри которых изначально и развилась жизнь. Но есть небольшая проблема. В обычной воде все хорошо, но если это вода с солью, с магнием, железом, то мембраны жирных кислот лопаются, они становятся нестабильны. Очевидно, что и в древние времена в океанах была соль, и эта теория развалилась. Это было проблемой, которую долгое время не получалось обойти. И случайно Кейтлин Коннор, студентка Сары Келлер в Университете Вашингтона, обнаружила, она исследовала жирные кислоты в сочетании с солью, с магнием и с другими веществами, и также проверила сочетание с аминокислотами и обнаружила нечто потрясающее. Они назвали это магией. Чем-то потрясающим. Если у вас есть аминокислоты, основа белков, рабочие лошадки современной биологии, так нужные для жизни, если поместить вместе аминокислоты и жирные кислоты, то мембран жирных кислот становится стабильными в соленой воде и в магнии. То, что раньше было нестабильным, становится, если совместить два главных компонента жизни — аминокислоты и мембраны жирных кислот. Они стабильны только если у вас есть именно то, что в конечном нужно итоге для производства жизни. От мембран и аминокислот до мембран РНК и ДНК очень долгий путь, и мы не обязательно знаем, как его пройти. Но первый этап, если у вас есть нужные элементы для жизни, тогда она будет стабильна. И разве это не магия, что две вещи, которые нужны для жизни, работают только вместе? Ученые сочли это за магией, я считаю это магией. Надеюсь, что и вы тоже. Ведь это большой прорыв для понимания того, как жизнь перешла от химии в конечном итоге к
волшебным биохимическим машинам, которыми мы являемся. Это маленький шаг для двух ученых университета Вашингтона, но, возможно, огромный скачок для человечества. Следующая тема, о которой я хочу поговорить, ее много описывали в новостях. И, возможно, вы видели статьи типа «Большой взрыв в опасности» или что есть какая-то серьезная проблема. И сейчас я опишу, в чем на самом деле проблема, и мы решим, настолько ли она серьезна. Дело в том, что различные способы измерения основных физических величин, в частности, скорости расширения Вселенной, дают различные показатели. Ведь это невозможно. Ведь это значит, что либо со Вселенной что-то не так, либо что один из экспериментов ошибается. Сейчас я покажу, в чем проблема. Я часто показываю эту картинку. Это космический микроволновый фон или реликтовое излучение на плоскости. Он приходит к нам со всех направлений и приходит со времен Большого взрыва. И эта сфера перенесена на плоскость так же, как обычно круглый глобус рисует плоским на картах. А наша галактика здесь находится в центре этой сферы. Верх этого глобуса смотрел бы вверх, а низ смотрел бы вниз. Это снимок со спутника Планк. Он дал нам самые высококачественные снимки реликтового излучения за всю историю. Эти синие и красные точки — это флуктуации в излучении в микроволновом фоне, который идет на Землю с самого начала времен. Это невероятно. И эти измерения изменили космологию. И теперь это можно измерить с такой высокой точностью, до 1/10000, 100000. Это позволило нам провести такие невероятные измерения, о которых мы не могли даже мечтать. Красные и синие зоны на самом деле отличаются не сильно. А средняя температура фона всего 3 градуса выше абсолютного нуля, точнее 2.73 градуса выше абсолютного нуля, а разница между синей и красной зоной всего лишь 1/100000. Это очень небольшие флуктуации, но они в конечном итоге схлопываются и образуют галактики, скопления галактик, звезды и в конечном итоге нас. Это потрясающая картинка реликтового излучения, и за счет того, что у нее такое высокое расширение, астрономы смогли измерить параметры космологии с такой точностью, о которой я в аспирантуре даже не мог и мечтать. Эта картинка показывает распределение размеров этих точек на небе. Величина по нижней оси — это размер L. По вертикали, как много этих точек. Мы видим, что около 2 градусов максимальное скопление точек, и с ходом оси вправо график идет вниз и наоборот. Больше всего точек около 2-3 градусов. Объяснение этому из-за изначальной физики, из времени, когда формировалось микроволновое поле. И если мы возьмем такую шкалу, и я не буду углубляться в подробности, которые уже описывал в своих книгах, но эти данные удивительно точные. Можно увидеть, как эти волны, которые раньше называли акустическими осцилляциями, показывают, как раньше материя сжималась и расширялась. Можно видеть первый, второй пик, третий пик и так далее. Астрономы смогли подстроить космологические модели, чтобы определить не только возраст Вселенной, но и скорость расширения Вселенной, объем нормальной материи во Вселенной, объем темной материи и даже объем темной энергии во Вселенной. Собирая все вместе, можно довольно точно измерять показатели. И если мы предполагаем, что Вселенная расширялась с самого начала времен, создавая микроволновый фон, который дошел до наших дней, то показатели, которые мы сможем измерить в среднем и вывести эту скорость расширения Вселенной с довольно высокой точностью. Но есть небольшая проблема. Это очень косвенное измерение скорости, ведь мы брали всю Вселенную целиком, весь масштаб, и вставляли космологическую модель и выводили одну скорость на всю Вселенную. Конечно, есть другой способ измерить скорость, и в первый раз это сделал Хаббл. Этот эксперимент затем повторяли. И суть его в том, чтобы смотреть на близкие объекты и определять скорость их удаления как функцию от расстояния. Хаббл сделал это открытие в 1929 году,
И с тех пор этот способ только оттачивали за счет использования объектов, чью внутреннюю яркость мы знаем, потому что, чтобы измерять удаление объектов от нас, мы должны знать, как далеко они находятся. А как мы можем это узнать? Для этого используется то, что мы называем стандартной свечой. Это какой-то объект, яркость которого мы хорошо знаем. Мы смотрим, каким ярким объект является в телескопе, а исходя из этого выводим расстояние до объекта. Таким образом, мы измеряли скорость расширения Вселенной как функцию от расстояния и делали это все точнее и точнее с каждым годом. Первыми объектами, которые мы использовали, были пульсирующие цефеиды. Это звезды, чья яркость меняется с одной и той же периодичностью. И, зная периодичность, можно определить и их яркость. Хаббл наблюдал цефеиды в ближайших галактиках, а астрономы после него использовали все более и более точные техники для измерения скорости расширения. Затем появились стандартные свечи, сверхновые. И мы знаем, что сверхновые определенного типа имеют известную светимость. И мы можем видеть их через Вселенную, так что можно измерить постоянную Хаббла на еще большем расстоянии. И подошла еще одна новая техника. Это три разные галактики. Астрономы смотрят на звезды на краях этих галактик, и они предполагают, что знают яркость этих звезд. И это не цефеиды. Но мы знаем, что некоторые конкретные звезды в ходе эволюции идут по так называемой главной последовательности и в конце концов становятся красными гигантами, когда, по сути, они перестают сжигать водород и начинают сжигать гелий. Мы знаем, что у этих звезд известная светимость, и не так давно несколько новых исследований посмотрели на точки поворота на этой кривой для красных гигантов, на то, какими яркими являются красные гиганты в телескоп, и за счет этого определили расстояние до этих галактик и вывели новую величину постоянной Хаббла. Что это все нам дает? Об этой проблеме писали в газетах и журналах, и некоторые люди говорят, что она показывает, что с космологией что-то не в порядке. Если посмотреть на график, то слева вверху можно увидеть постоянную Хаббла. Это скорость расширения Вселенной в этих величинах, километрах в секунду на мегапарсек, что для нас уже не так важно. Когда я был студентом, этот показатель мог отличаться в два раза. Некоторые считали, что он равен 50, некоторые, что 100. Настолько большой была неопределенность. Сейчас она рассчитана как 67.4, плюс-минус 0.5, по крайней мере, по спутниковому телескопу Планка. Другой телескоп, который также смотрит на Вселенную в большом масштабе, используя разные техники для измерения таких больших структур, в целом находит похожую цифру. То есть, если вы смотрите на Вселенную целиком, вы получаете цифру около 67 плюс-минус 1. Проблема в том, что когда мы используем другие способы, измеряя светимость цефеид и локальную скорость расширения Вселенной, то получается цифра около 72 или 73. И стоит вопрос, а это проблема? И если вы уже не молоды, как я, то, естественно, сказать, это не проблема, ведь, как я говорил в одно время, некоторые астрономы измеряли величину и получали 50 плюс-минус 5, а другие астрономы получали 100 плюс-минус 5. И очевидно, что обе группы не могли быть правы одновременно. А часть астрономов просто предположила, что величина равна 75, потому что это где-то посередине, что оказалось почти правдой. Это очень сложно измерить, и в астрономии мы имеем дело не только с ошибками статистики, но и тем, что называется систематическая неточность. Ведь невозможно подкрутить все ручки, когда имеешь дело со звездами. И мало ли, на пути может быть космическая пыль, звезда в отделении может быть совсем не такой, как звезда вблизи. И таких систематических неточностей очень много. И астрономы, которые измеряли с помощью цефидов, заявили, что уменьшили систематические неточности, их лучшая цифра около 73 плюс-минус 1. Когда мы смотрим на эти две цифры, 67 и 73, они отличаются на то, что называется 5 или 6 сигма, что значит, что вероятность того, что эти показатели измеряют одну и ту же величину, 1 на миллион. Ну, это значит, что цифра, которую мы получили из Вселенной в целом, отличается из цифры из локальных наблюдений, и для этого у нас пока нет никакого подходящего объяснения. Вселенная должна делать что-то очень странное в ходе своего расширения, и ни одна теория не может пока это описать. Точнее, теоретикам приходили идеи, но довольно безумные.
И две недели назад, когда проходила встреча, на которой обсуждался этот вопрос, и две группы астрономов пытались спорить друг с другом по этому поводу, суть в том, что если мы посмотрим наверх, на эту красную полосу с латинскими буквами CCHP, это измерение, которое делалось для точки поворота красных гигантов, которое делала Венди Фридман, которая измеряла постоянную Хаббла и отвечала за ключевой проект Хаббла с использованием космического телескопа для определения этой постоянной. Так вот, ее цифра попадает примерно посередине. На картинке видно, как данные становились лучше год от года. В 2000-х разбег измерений был такой большой, что между измерениями космического фона реликтового излучения и цефидов почти не было разницы. Можно увидеть, что с годами разбег величин, которые дают цефиды, стал сужаться, а с появлением новых спутниковых телескопов, таких как Планк, ушли часть неопределенности и из показателей микроволнового фона. Эти показатели все еще очень различны, и некоторые астрономы стали указывать на разбег как показатель того, что с космологией что-то сильно не так. А что еще сильнее все запутало, а возможно и прояснило, это новое измерение локального расширения с использованием точки поворота красных гигантов. Оно получилось ровно посередине, а это значит, что есть систематическая неточность, и что одна из двух других величин, скорее всего, ошибочна. Чтобы просто оценить масштаб, я покажу картинку, которая показывает, насколько точно должно быть измерение, чтобы у вас получились результаты для постоянной Хаббла. Мы уже видели эту картинку, когда обсуждали космический микроволновый фон. На графике два набора данных. Один с телескопа Планка, а другой с более раннего, который называется телескоп WMAP. Они дали слегка отличные цифры для постоянных Хаббла при измерении реликтового излучения. Один давал 67-70, другой 70-71. Но я хочу показать вам, откуда приходит эта разница. Измерения одного телескопа здесь показаны прямой линией, другого прерывистой, и именно эта небольшая разница на всплесках справа, четвертом, пятом и так далее, где она фактически неразличима. Но именно эта разница дает различие между 67 и 70. Это говорит о том, как осторожно надо мерить не только реликтовое излучение, но и другие вещи, чтобы можно было отличить 67 от 73. И ключевой вопрос — эта разница заставляет нас сказать, что космология в том виде, в котором мы ее знаем, ошибается, и что есть что-то кроме темной энергии, что должно перевернуть наше представление о расширении Вселенной? Или это какая-то систематическая неточность, которую исследователи пока не учли? Должен сказать, что, как в большинстве других вещей, в этом вопросе я агностик. Возможно, в силу возраста я чаще присоединяюсь к лагерю, который говорит, это систематическая ошибка. В конце концов, я из того времени, когда постоянная Хаббла была 50 или 100. И мы думали, что это очень точно, но оказалось, что оба варианта неправы. Но это именно та точность, с которой нам нужно измерять сейчас. И астрономы говорят, что сейчас они могут ее достигнуть. Мы не знаем, в чем на самом деле проблема. Вы много услышите об этом в литературе и новостях, что наблюдения противоречивы, но решайте сами для себя, нужно ли выкидывать стандартную модель космологии из-за этих противоречий. Или, как показывают новые наблюдения с помощью точки поворота красных гигантов, возможно, проблема в самих наблюдениях. Посмотрим. Не переключайтесь. Последняя тема касается квантовой механики. И если у вас еще голова кругом не пошла, то самое время. Квантовая механика безумна. Она всегда такой будет. И так просто устроен наш мир. Феномен, о котором я хочу поговорить, и, возможно, вы о нем слышали, это квантовая телепортация. После того, как я написал книгу о физике в «Стартреке», 10 лет спустя мне позвонили из газеты и сказали, «Физики только что телепортировали состояние атома, электрона или фотона из одного места в другое. Разве это не нарушает все, о чем вы писали в физике «Стартрека»?» Конечно, противоречий не было, но открылись новые и волнующие возможности, основанные на одном необычном аспекте квантовой механики. Что схематически показывает эта фотография, это потенциально можем ли мы телепортировать состояние частицы света с одного места на другое. И это не две банки в одной комнате,
а, возможно, отсюда на спутник или Альфа Центавра, принцип квантовой телепортации позволяет нам телепортировать мгновенно состояние двух фотонов и видеть, что состояние одного из них мгновенно воссоздается в другом, не со скоростью света, а мгновенно. Звучит так, будто это нарушает все принципы здравого смысла, логики и физики, но это не так. Я хочу поговорить об этом, потому что новые разработки в области квантовой телепортации могут быть важны, среди прочего, для вашего банковского счета и других вещей в будущем. Но для этого придется немного поговорить о квантовой механике. Итак, квантовая телепортация основывается на понятии спутанности. И это то, что Эйнштейн ненавидел так сильно, что называл жутким взаимодействием на расстоянии. И суть в следующем. Если я создаю квантовое состояние, например, два электрона в начальном состоянии, когда их спины сонаправлены или направлены в разные стороны, ну, допустим, они разнонаправлены. Оказывается, что они при этом могут смотреть в любом направлении, если они при этом разнонаправлены. По классике, они находятся в одном таком состоянии, и если я их измерю, то обнаружу, что один смотрит в одном направлении, а другой в другом. Квантовая механика говорит нам, перед тем, как делать измерения, они смотрели во всех направлениях одновременно. И только когда я провел измерения, я заставил их находиться в одной конфигурации. До этого все направления одновременно. Это безумие, но это так. А теперь вот где начинается жуткое взаимодействие на расстоянии. Скажем, мы разделяем электроны, если вы выбрали электроны, отсюда на Альфа Центавру, и, разумеется, они все еще спутанные, то есть смотрят в противоположных направлениях и во всех направлениях одновременно. А теперь, скажем, я измеряю вот этот электрон, и оказывается, что он смотрит вверх. А это значит, что второй электрон в тот же самый момент будет смотреть вниз, потому что они смотрят в противоположных направлениях. До того они смотрели во всех направлениях, а после измерения — раз, и мгновенно заставляют второй электрон смотреть в эту сторону. Это и есть жуткое взаимодействие на расстоянии. Звучит так, будто можно передавать информацию мгновенно, со скоростью света. Но оказывается, это не так. И надеюсь, я смогу вам это объяснить. Суть в том, что если экспериментатор здесь и измеряет спин частицы, и половину времени она смотрит вверх, половину времени вниз, в нижнее полушарие, потому что смотрит во всех направлениях, половину времени в верхнее, половину в нижнее. Что же обнаружит второй экспериментатор? Половину времени он видит, что электрон тоже смотрит вверх, и половину времени смотрит вниз. Итак, первый экспериментатор проводит измерение и узнает, что спин направлен туда. А второй экспериментатор проводит измерение и узнает, что спин направлен туда. Но как понять, что это связано? Единственный способ понять об этом — это если первый ученый возьмет телефон, позвонит второму и скажет, когда ты будешь измерять частицу, она будет смотреть вот туда. Он измерит ее и, конечно, обнаружит, что она смотрит именно туда. Единственный способ, который второй ученый сможет узнать, что происходит что-то странное, это телефонный звонок от первого ученого или что-то вроде того, который произойдет со скоростью света. А информация не может перемещаться быстрее скорости света, и вы не нарушаете относительность или что-то вроде того. Жуткое взаимодействие на расстоянии может происходить мгновенно, но оно останется ненаблюдаемым, без коммуникации между наблюдателями. Этот эффект спутанности сейчас используется для того, что начали называть квантовой телепортацией. Если у нас есть две частицы, которые спутаны, скажем, две частицы света, которые мы создали и разделили с помощью зеркала, и одна ушла туда, а другая сюда, с определенными свойствами, и если я позволю сейчас одной частице взаимодействовать с другим фотоном, состояние которого я зафиксировал, и он находится теперь в том же состоянии, то мы заставим и второй фотон находится в том же самом состоянии. Что я сейчас сделаю, так это воссоздам квантовое состояние первой частицы, используя спутанность двух других частиц. Это квантовая телепортация, и мы ее наблюдали и измеряли. У экспериментаторов
Даже получалось воссоздавать квантовое состояние частиц, типа электронов, ионов или фотонов, очень тщательно подготовленных механических конфигураций, и не только на Земле, но и телепортировать это состояние, или информацию, если вы хотите так назвать квантовое состояние, на спутник и обратно. Почему это важно? Потому что, по сути, вы можете передавать квантовую информацию с одного места на другое. А если кто-то вмешивается в процесс, подслушивает, то наблюдатель обязательно будет знать, что-то происходит. Это позволит нам отправлять сообщения, которые очень безопасны. А когда мы передаем важную информацию, банковскую или еще какую-то, то мы хотим знать, перехватывает ли кто-то это сообщение. А если мы можем использовать это квантовое свойство для передачи информации, то это очень важно. Я думаю, что квантовая телепортация гораздо более практична, чем квантовые компьютеры, о которых мы так много сейчас слышим. Эта технология будет управляемой и очень полезной, и физики и инженеры будут ее использовать, чтобы помогать нам в относительном будущем. Кстати, ключевой аспект квантовой телепортации — это слово «квантовое». Нужно очень особенным образом подготовленное квантовое состояние. Поэтому, когда мы говорим о телепортации людей, этого не произойдет, потому что мы не находимся в таком состоянии, мы просто классические объекты. Если взять электрон в особенном состоянии и направить его в стену, то время от времени он сможет через нее пройти. А я гарантирую, что вы можете до конца времени пытаться пробежать через стену, и все время будете от нее отскакивать. Итак, квантовая телепортация предполагает особенно подготовленные квантовые механические состояния, но не позволит Споку, капитану Кирку, переместиться с Энтерпрайза на планету. Я хотел поговорить об этом в целом, но недавно обнаружил, что кое-что сделает этот феномен еще более важным для передачи информации, хотя это может показаться еще более сложным. У фотона спин в одном или во втором направлении, у электрона спин в одном или во втором направлении, и эта квантовая информация — это единица или нолик. Квантовый бит информации мы называем кубитом. У обычного бита есть ноль или один, а квантовый бит называется кубитом, потому что может быть во многих состояниях одновременно, хотя при измерении дает ноль или единицу. Физики задавались вопросом, а можно ли взять физическую систему, в которой есть больше, чем просто вверх или вниз? И недавно у ученых получилось телепортировать систему с тремя степенями свободы. А это три степени свободы зависят от еще одного свойства квантовой механики, о котором я вам сейчас расскажу. И это свойство лежит в ее основе. Посмотрим на слайд. Что делает квантовую механику такой необычной? Если я возьму, скажем, две пули и выстрелю ими в экран с двумя дырками, за которым стоит стена, то буду ожидать, что такие же дырки будут и в стене, за каждой из щелей. Если же мы отправим через эти прорези волны, например, свет, то, как вы можете помнить со школьного курса физики, волны света, проходящего через две узкие щели, будут пересекаться друг с другом и сформируют узор, и мы увидим не два пятнышка за каждым из отверстий, а скорее полоски, то, что называется интерференцией. Что удивительно, это если мы сделаем это с электронами, то можно подумать, что электроны — это частицы. Если мы их отправим через экран, то должны будем увидеть только яркие точки за каждым из отверстий. Но что говорит нам квантовая механика, это что материя ведет себя как волны. И что мы видим на самом деле, это не две точки, а опять интерференцию. Что говорит нам, что электроны ведут себя как волны. Можно сказать, постой, но электроны — это частицы, и они должны пройти через одну или другую щель. И мы можем это проверить. Я могу поставить детектор электронов на обоих прорезях, отправить через них электроны, и мы увидим, где же они прошли. Теперь окажется, что электроны не взаимодействовали, потому что прошли только через одну щель. А когда мы смотрим на экран, то паттерн меняется. На экране теперь две яркие точки. Как в случае, когда спин электрона направлен во всех направлениях сразу, пока мы его не измерили, так это, если не проводить наблюдение, то каждый электрон будет проходить через каждое из отверстий одновременно.
Если его измерить, то вы увидите, что он прошел только через одну щель. Если нет, то оказывается, что электрон находится в так называемой суперпозиции, когда он проходит через обе щели одновременно. А теперь посмотрим на еще один график, и не будем вдаваться в детали, но что сделали экспериментаторы, так это взяли свет, не электроны, а свет, и отправили лучи света через систему уже с тремя щелями. Лучи света — это квантовые механические частицы, фотоны, и они проходят через все прорези одновременно. А квантовое механическое состояние — это их суперпозиция. Опять же, можно измерить любой из лучей и определить, через какую прорезь он на самом деле прошел. И таким образом мы создадим луч света с тремя степенями свободы. Он может пройти через первую, вторую или третью щель, и у нас уже не 0 или 1, а 0, 1 или 2. Что сделали экспериментаторы, это взяли два спутанных луча света, разнесли их между собой и позволили лучам пройти через систему с тремя прорезями, взаимодействуя с другой частицей, которую называют отправной, в данном случае с двумя частицами, они заставили одну из этих телепортируемых частиц, другой фотон в данном случае, перейти в точно такое же состояние, как и первая пара частиц. А это значит, что получилось телепортировать информацию уже с тремя степенями свободы. Если мы переходим от двух к трем степеням свободы, можно передать гораздо больше информации, а это может быть первым шагом к тому, чтобы с помощью квантовой механики на самом деле передавать полезную информацию для банковской сферы, для обычных людей, для организаций или даже стран, которые хотят передавать закодированную информацию, которую невозможно перехватить. Это исследование, оно только что вышло, и оно сложное. Но что я хочу отметить, что, исследуя и используя необычные свойства квантовой механики, мы теперь можем делать квантовую телепортацию для более сложных систем, не таких сложных, как человеческое существо, но достаточно сложных, чтобы изменить динамику. И я попытался объяснить эти необычности квантовой механики и странности Вселенной, которые, какими бы странными они ни были, мы используем уже сегодня, чтобы создавать технологии будущего. И узнавать не только о том, как зародилась жизнь, но и как возникла Вселенная, в конце концов, чтобы повлиять на будущее человечества. Наука — это важно. Большое спасибо. Подкаст «Истоки». Продюсеры Лоренс Краус, Нэнси Далл, Джон и Дон Эдвардс и Роб Запс. Режиссеры Гус и Люк Холверда. Звуковое сопровождение Томас Эмерсон. Веб-дизайн Redmond Media Lab. Анимация Tomahawk Visual Effects. Музыка Риколос. Для доступа к полному видео и другому контенту посетите наш сайт на Патреоне. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.